На мой канал невозможно подписаться, проверь, работает ли у тебя кнопка подписки. И всем привет, друзья, с вами снова я, Халар, и в сегодняшнем видеоролике у нас новая проверка мифов. Наверное, вы уже все знаете то, что вышло новое обновление с Сиреноголовым и Хаггиваги, и вместе с ними мы сегодня и попробуем провести некоторые мифы, ну и, конечно же, не только. Обязательно, конечно же, не забывай ставить свой лайк, подписываться на канал и прожимать колокольчик, чтобы не пропускать новые годные видеоролики, потому что их будет еще просто куча, и, конечно же, их нужно не пропустить, так что жми колокольчик под этим видеороликом. Подписывайся еще на мой телеграм-канал, там выходит просто куча новостей, так что обязательно подписывайся, есть также по ссылке в описании. И уже погнали к самому видосу. И прямо сейчас мы с вами будем проверять эти мифы, ребята, но для начала я вам хочу дать вот такое вот небольшое вот задание. Найдите здесь всего лишь одно отличие, именно конкретно в моем скине. Я его немножко поменял, и именно сейчас в комментарии напишите, какое одно отличие вы нашли и что в моем скине изменилось. Итак, ребята, все, я уже, получается, обновил чикенган, и сейчас мы будем проверять первый миф. Но, кстати, ребят, смотрите, я уже заметил то, что с новым обновлением лагов только больше прибавилось. Вы просто посмотрите реально, как у меня местами лагает. У меня, если что, реально очень мощный телефон, и я просто не понимаю, как у меня может чикенган вот так вот жестко лагать. Видимо, разработчик опять где-то накосячил, и снова просто везде ужасные лаги. Это реально очень бесит. Ну, а первый миф, ребята, будет не совсем, так сказать, мифом, но я все же как бы в него еще не верю. И он заключается в том, что в новом обновлении добавили, получается, ну, новый портал, ну, а точнее, даже не добавили новый портал, а просто обновили вот эти наши существующие порталы. Обновили их как? То есть теперь мы сможем увеличиваться и уменьшаться намного больше, чем раньше. То есть раньше мы увеличивались где-то 3 раза и уменьшались примерно так же. А теперь нам говорят то, что мы будем увеличиваться и уменьшаться 6 раз. Это просто какая-то жесть, ребята. Я даже не знаю, как это сейчас сделали. Давайте с вами же и проверим. Это сейчас, вы как видите, мой обычный размер моего обычного скина. И давайте же сейчас будем пробовать увеличиваться. Так, ребят, смотрите, давайте раз. А, блин, нет, это я уменьшился, ё-моё, я уже перепутал порталы. Мне кажется, что мы уже немножко уменьшились, именно прям совсем чуть-чуть, кажется, эти разы реально завезли, и мы сейчас уменьшимся 6 раз. Давайте еще раз, смотрите. Так, еще раз. И реально, ребят, просто смотрите, мы уменьшились, но мы стали не совсем маленькими. Можно еще раз, я думаю. Офигеть, ребята. Ну, теперь мы, смотрите, мы уже совсем маленькие, мы просто, блин, уже чуть ли не хаваем землю, так сказать. Блин, это просто жесть, мы уже реально очень маленькие. Можно ли еще раз? Так, ребят, можно еще раз уменьшиться, офигеть, просто посмотрите, я стал уже совсем маленьким, теперь, блин, я просто не знаю, я плаваю в этой земле, получается, это какая-то просто жесть, но это, наверное, все, так, еще раз попробуем. И, ребят, я стал еще, кажется, меньше. Я, кажется, еще реально стал меньше. Блин, офигеть, что это за жесть. Реально, кажется, порталы наши обновили. Теперь мы уменьшаемся намного меньше. Так, а еще раз можно? Так, нет, все, ребятки, это было финальное, получается, последнее наше уменьшение. Ну, это реально очень круто. Просто посмотрите, какие мы маленькие. Можно будет пролезать в такие места, где мы раньше не могли пролезть. Просто посмотрите, какой я мелкий. И, конечно же, мы также еще попробуем увеличиться. Так, давайте увеличиваемся. Тут, получается, сначала возвращаем свой обычный размер. Так, все, это нет или не все еще. Вот теперь я точно своего обычного размера, так что давайте теперь еще раз будем увеличиваться. Так, ребят, вот, раньше можно было вроде увеличиваться всего лишь до вот такого вот размера, то есть это уже считалось просто каким-то большим гигантом. И попробуем еще раз увеличиться, получится ли. Так, ребят, а, что, ребят, офигеть, мне кажется, офигеть, ребята, какой же я огромный стал, что за жесть, ребят, посмотрите на меня, я стал очень огромным, блин, а еще можно раз увеличиться, так, давайте попробуем, ребят, офигеть, что, я реально стал еще больше, ребят, вы просто посмотрите, я стал реально просто мега каким-то большим гигантом, а я даже в экран в свой не влазю. Ребят, вы просто посмотрите, какой я огромный. Это просто жесть. Давайте еще раз попробуем. Так, нет, вроде все. Это был последний раз. Но вы просто посмотрите, какой я гигант. Я этого реально не ожидал, что можно будет так сильно увеличиться. Я считаю, что это реально круто, то, что разработчики так здорово обновили эти порталы. Следующий миф, ребята, тоже мега интересный. Я прям с нетерпением хочу его проверить, потому что, ну, он реально какой-то очень крутой. Смотрите, я переоделся, получается, в скин Хаггиваги, то есть я реально теперь сам стал Хаггиваги и могу всех типа убивать и кушать. Но это не в этом дело. Смотрите, сейчас мы, получается, на карте Чала Хаус Дед, и мы прямо сейчас полетим до логова Хаггиваги. И как говорится в том мифе, если мы переоденемся в скин Хаггиваги и прилетим прямо к Хаггиваги, то он нас не станет убивать, потому что Хаггиваги своих не убивает. Так что давайте прямо сейчас к нему полетим и проверим это, как же это реально работает. Я уже подлетел прямо к логову Хаггиваги, естественно. Я никаких порталов, оружия, конечно же, ничего брать с собой не буду. Надеюсь, меня Хаггиваги не убьет, этот миф сработает. А, блин, точно, тут же туннель теперь стал черным. Офигеть, ребята, ничего не видно, как же это будет страшно. Что за жесть, ё-моё, как тут разобраться? Ребят, что за жесть, я ничего не вижу, капец.
Сейчас Хагиваги придет, наверное, и съест меня в этой темноте. Блин, что ж... Хагиваги, блин, вы видели? Капец, ребят, кажется, этот миф не сработал, потому что Хагиваги меня просто вообще даже с удовольствием, так сказать, съел, скушал, убил. Потому что, ну, я не знаю, так темно там еще, так страшно, видимо. Он, наверное, сам в темноте не разобрался и просто решил меня убить. В общем, думаю, данный миф можно считать нерабочим. Следующий миф, ребята, тоже очень интересно проверить с новым, конечно же, обновлением. И вы, наверное, уже 100 раз слышали, что это за миф. Но именно в каждом обновлении этот миф очень интересен. И вы сейчас поймете, что это за миф, почему вы его уже 100 раз слышали и почему он так интересен с каждым обновлением. Возможно, кто-то из вас уже догадался, это миф на фарм золота. Вы, наверное, знаете то, что если мы когда-нибудь покупали любую вещь и просто перезаходили в чекинган, то у нас эта вещь оставалась, а монеты не тратились. И мне сейчас будет очень интересно посмотреть, потратятся ли наши деньги или же нет. Давайте же прямо сейчас посмотреть, пофиксил ли этот баг разработчик или же нет. Я думаю, что он все же его не пофиксил, потому что, ну, как-то разработчики не фиксят баги, он как-то на это не обращает внимания, я даже не знаю. У меня мало монет, конечно же, но мне сейчас нужно найти то, что я смогу осилить, то, что я смогу купить. Вот, кстати, ребята, смотрите, вот такие вот какие-то очки, вот это да. Я прям какой-то реально модный стал, но нет, конечно же, эти очки намного лучше, но давайте попробуем купить именно эти очки и посмотреть, останутся ли у нас деньги с этими очками или же нет. Все, смотрите, я нажимаю купить, и теперь просто перезайдем в чекинган. Все, ребята, я уже перезашел в чекинган, как вы видите, очки остались на мне, надеюсь, деньги тоже остались при мне. Давайте прямо сейчас зайдем в оружие и посмотрим. Так, заходим, и... Нет, ребята, капец, реально, кажется, этот баг пофиксил разработчик. Очки остались у меня, ну и деньги у меня списались. Теперь, как ни странно, все работает нормально. Деньги списываются правильно, и предмет у меня остается. Я считаю, что разработчик сделал правильно, и теперь меньше будет вот этих вот нечестных способов, как можно на халяву получить все предметы, и как можно на максимальную экономить деньги. Теперь уже реально будет все по-честному и как надо. Ну и напоследок у нас остался не менее интересный миф, чем предыдущий. Давайте же прямо сейчас его уже и проверять. В нем говорится то, что сиреноголова реально пофиксили то, что у него теперь сокращена дальность действия, получается, его выстрела, так сказать. И давайте же прямо сейчас и попробуем его. Я его сейчас заспавню. Получается, вот он, наш сиреноголовый. Так, и давайте от него отойдем. И так, смотрите, ребят. Реально? А, нет, блин, смотрите. Что? Что происходит, ребят? Он по мне просто не попал. Такое бывает? Ой, блин, нет, капец, он все же меня убил. Я не знаю, пока что я не вижу никакого что-то фикса. Давайте еще раз попробуем к нему подлететь и посмотреть. Вот он уже близко. Так, ребят, давайте примерно на таком расстоянии от него будем убегать. Так, и смотрите, ребята. Ну, он сейчас реально, получается, не пытается нас как-то убить. Такого расстояния реально хватает. Я думаю, реально сиреноголову пофиксили, потому что с такого расстояния тогда он нас уже реально убивал. А сейчас он просто попытается за нами, получается, следовать. И, как бы, ну, хочет нас убить. Я считаю, что это реально правильно, то, что сиреноголову пофиксили, потому что, ну, согласитесь, если бы его не пофиксили, он был бы слишком имбовый и на большие расстояния сразу бы нас убивал. Но это было бы как-то не слишком интересно и не слишком честно. Смотрите, я иду, и он реально меня не может убить. Давайте немножко подойдем, получается, вот так вот. И, ребят, смотрите. Да, он, получается, с такого расстояния уже может нас убить. Ребята, не стесняйтесь, пишите свои годные мифы под этим видеороликом в комментарии, и, возможно, уже в следующем своем видосе я какие-то мифы возьму и проверю уже в своем следующем видеоролике, и это будет, возможно, конкретно твой миф. Так что не стесняйся, обязательно пиши свой миф. Очень рекомендую заценить вот это видео, оно очень годное и 100% тебе понравится. И, конечно же, не забывай про лайк, про подписку и про колокольчик, чтобы не пропускать еще больше годных видеороликов. Ну а с тобой был Халар, дорогой друг, до скорой встречи, всем пока!